Дождь льет на улице. Тепло относительно для зимы. Ну, во всяком случае, и снега нету. Новогоднего такого ощущения и настроения, которое было в Сибири, здесь, конечно, нет. Ну, в целом все украшают красиво, и настроение праздничное есть. Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам всем добиться своих целей в следующем году, поставить цели и не останавливаться на достигнутом, идти только вперед. Я могу сказать, что этот год для меня был насыщенным, концентрированным таким даже, я бы сказал. Тяжелым он не был, он был плодотворным, напряженным. Самое главное событие, конечно, это то, что у нас родилась наша дочка Мишель. Я стал отцом, мы стали родителями, наша семья увеличилась, появилась больше ответственности, поменялась жизнь. Поэтому я очень рад и счастлив. Я тут немного запыхавшийся, приехал с рейса сегодня утром и стараюсь, когда есть время, чуть-чуть там заниматься, отжиматься, приседать, подтягиваться. Спортплощадка рядом, сзади, за углом, поэтому я только пришел оттуда. Ну вот, времени свободного нет, поэтому записываю вам видео тогда, когда есть возможность. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к моему YouTube-каналу в прошедшем 2019 году. До этого я тоже выкладывал какие-то видео. Всерьез начал заниматься видеоблогом я вот в этом 2019 году. До этого, когда я приехал в Америку в 2013, у меня тоже был видеоблог Breakfast in America, завтрак в Америке. И по куче разных причин я его так и перестал снимать, все поудалял, к сожалению, да. Но теперь с новыми силами все будем созидать, строить заново. Поэтому благодарю всех, кто присоединился ко мне. Надеюсь, вы останетесь со мной в 2020 году. Будем общаться, развиваться, идти вперед вместе. Буду стараться вам показывать много интересных вещей, улучшить качество, самому научиться получше снимать, получше доносить материал. Так что развиваться есть куда. Будем идти вперед вместе. С Новым годом, друзья! Поздравляю вас со всеми праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Будьте счастливы, развивайтесь, любите, живите. Только вперед, друзья мои, я с вами, с Новым годом! Совершайте необдуманные поступки, принимайте быстрые решения, ставьте себе цели и задачи, которые вы думали, что вы не сможете выполнить в следующем году. Все будет, живите, все в ваших руках, я с вами! С Новым годом!